Здравствуйте, рады мои. С вами рад, тоже здравствуйте. Вон пятеро. На разведку ушли. С петухом, блин. Да, нет, курица-то. Двое там вон с папашей шарится. Да. Ну-ка, попробую подойти. Летают, блин. Любопытная. Призрак нет здесь? Вот она призрак. Вот рода моя призрак. Зажила у нее. Смотрите, там уже кросочка. Кросочка. Как, блин, на собаке. Вон. А нет, нет, что-то есть, а все равно нет. Написано. Что-то есть все равно там. Есть, есть дырочка еще. Дырочка еще есть. Кто тебя поцарапал-то или вкусил, блин? А? Это животина. Какая девочка. О, блин, вот это более кусает, смотрите. Вот это, у зверь-то какой, а? Ты что, блин, а? Ты, а? Это кто? Вот он. Который больше всех дольше жить-то будет. Знаете почему? Дольше жить-то будет. Потому что, рады мы, неизвестно, сколько они вот проживут у меня. Вот эти свиноматки-то. Вот эти поросятки. Короче, так, смысл такой. У меня 6 девочек, и вот этот вот, один мальчик, единственный. Потому он дольше всех проживет, вот этот вот. Потому что неизвестно, говорю, сколько будет у тебя жить, известно. Но я его по-любому кастрирую. Его. Или кому-нибудь продам на племя. Поэтому, если он будет у меня жить кастрированный, то девочки, ну, не будут дольше года держать, потому что к году, потому что у меня есть хряк, вот он, хряк. А он зачем мне будет огуливать своих дочек-то? Мне-то не надо вот этих больных-то. Это что, ну, в Палестине, что ли? Самотрахи-то, блин. Да вот поэтому я девочек буду в первую очередь резать, разумы мои. А мальчика, где же он тут из них-то? Какой, где ты? Какой? Вот это. Мальчика-то. Кастрированный. Он же безобидный будет. И внуком будет. Называется Боров. И будет спокойненький такой. Умненький. Кушать будет. Жреть. Улыбаться, родные. Его можешь через год, через полтора, в любое время зарезать. Без всяких разум и проблем. Вот потому-то я говорю, что он будет долгожитель в любом случае, родумы. Потому что он единственный мальчик. А эти девочки. А девочек до года держать нельзя. Потому что мне, говорю, повторяю, хряк. Вон. Остальные девочки. Ну все. Ставьте нравлики, не нравлики. Пишите отзывы. До отдыха. До свидания, рады мой. Вот он, Илюша, вот хряк. Видите, какие яйца у него. О, блин, богатырские. До свидания, рады мои.